Внимание! Настоятельно рекомендуется нажимать на паузу, повторять, перематывать и пересматривать несколько раз. Спасибо. Познакомьтесь с Алёшей. Простой житель глубинки, который мечтает повидать Америку. Он единственный в своей деревне, кто говорит по-английски. Что ж, давайте проверим. Hello, Alyosha. We don't know much about you, so please give us some details. Details? Нате! Нет, Алёша, это parts, а нам нужны details, нюансы, подробности о тебе. Details! Yes, Алёша, tell us about yourself. Yes. Hi. My name is Alyosha. I speak English. And now tell us about your family. Sure. Come into my house. Look, my servant. Ну что ж ты, Алёша. Servant – это слуга, а это sideboard. Sideboard. Oh, my sideboard. Okay. Okay. It's my father. He's electric. Алёша, electric – это электрический. А твой папа, наверное, electrician. Electrician. Окей, electrician. My mother, technician in a school. Опять неверно. Technician – это техник. А твоя мама, наверное, cleaning lady. Cleaning lady. A cleaning lady. Окей. My grandfather, he was a mayor. Ну-ка, подожди. Mayor – это мэр. А майор – это major. Major. He's a major. This is my grandmother. She was a physician. Лёх, ну что ж ты? Physician – это терапевт. А твоя бабушка – физик. Physicist. Physicist. A physicist. It's my uncle. He was an officiant. Officiant – это ведущий разных церемоний. А твой дядя – waiter. Waiter. He was a waiter. My sister – photograph. Photograph – это фотография. А твоя сестра – фотограф. Photographer. 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 Good. Her husband – operator. Operator – это телефонист или управляющий чем-то. А ты имел в виду cameraman. 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 Okay. My nephew – multiplication. Multiplication – это умножение или размножение. А ты хотел сказать animation. Animation. He does animation. Good. My niece – dancer. Very plastic. Алёша, plastic – это пластмассовый, а ты имел в виду graceful. Graceful. Very graceful. Okay. Молодец, Алёша. Твой английский теперь действительно хорош. Вот, держи. Теперь ты можешь поехать в Америку. Удачи, Алёша. Let's go, my friends. Вау, иллюминатор! Нет, иллюминатор – это тот, кто освещает. А это портхол. 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 Окей. Бук. I like. Детектив. Алёша, детектив – это сыщик. А ты читаешь detective story. Detective story. Detective story. Окей. Ух ты. Грейт роман. Алёша. Роман – это все, что относится к Риму. А ты имеешь в виду novel. 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 Окей. Вау, Исланд! Алёша, это не Исландия. Iceland. Это остров. Island. Island. Окей. Компьютер needs пароль. Будь внимателен. Parole – это условно-досрочное освобождение из тюрьмы, как у тебя, а не пароль. Password. 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 Good. Wow. Good focus. Focus может быть только у фотоаппарата. А ты хотел сказать trick. 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 Good. I like cards. Look, валет. Господи боже, Алёша. Valet – это парковщик, а у тебя в руках Jack. 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 Окей. I need some repetition. Repetition? Повторение? Нет, тебе нужна репетиция. Rehearsal. 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 Good.
Let's see. What's your address back at home, sir? Адрес home. Проспект Ленина. Ну, Алёша, даёшь. Проспект — это перспектива. А ты живёшь на Avenue. Avenue. Oh, Ленина Avenue. Окей, окей. All right, sir. Have a nice day. Welcome to the United States of America. Ура! Грейт! Ух ты! Вау! Силикон? Ха, Алёшка, встретил любимых актрис. Только не путай. Силикон — это кремний. А у девчонок твоих силикон. Силикон. А, силикон. Окей, окей. О, магазин! Магазин — это журнал. А перед тобой store или shop. Store или shop. А, шоп, окей, окей. Интеллигент. Intelligent — это умный или сообразительный. У них нет слова интеллигент. Можно лишь сказать well-educated. Well-educated. О, окей, well-educated. Вау, glands. Тьфу ты, Алёша, ну кто так на Аляску едет? Glands — это железы, а гланды — это tonsils. Tonsils. Хрепни водочки давай. А, танцелс. Окей, окей. И вот, спустя некоторое время, Алёшу взяли на работу в настоящий американский магазин. Hello, welcome. How can you get to our shop? А, by Metropolitan. Ну даёшь. Metropolitan — это всё, что относится к большому городу. А метро — это metro или subway. Ой, sorry, metro. Guys, I need some scotch. Ну конечно, скотч — это шотландский виски. А тебе надо duct tape. Duct tape. О, окей, duct tape. Ха-ха, good. Alex. А? Dynamics. Dynamics, more. Here you go, boss. Ой, блин, да он хочет, чтобы ты много дел успевал. А ты ему принёс speaker. Speaker. А, окей, faster, faster. Босс, I'm very tired. I want to use a restroom. Okay, Alex, 5 minutes, go. Ну еще бы, restroom — это туалет. А отдохнуть, rest, ты можешь в recreation room. Recreation room. Oh, okay. Alex. Alex, wanna go with me to the public house? Where? Ха, Алёша, public house — это пивнуха, а то, что ты представил, называется brothel, brothel. А, окей, good. Oh, I like wine. Wine — это виноградная лоза, или приложение на телефон, ну, ты не знаешь. А ты любитель выпить wine. Wine, Алёшка, wine. А, окей, wine, wine, I like wine. Where are the lights? Hello, I'm electric. Ха-ха, no electric. Electrician. Обязательно загляните в описание к этому видео, гляньте все ссылки и выучите всех этих гадов. Пора знать врага в лицо. Не дайте им поставить вас в неловкое положение. Если вы вдруг попадали в неловкие ситуации из-за подобных слов, оставляйте свои истории в комментариях, и мы вместе поржем над вами. Alex Lynch, Lynch English. See ya. Великодушно делают меня похожим на человека пацаны из конторы. А вот еще кое-какие видосики. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. А может быть, есть что-то, о чем бы вы хотели узнать? Сообщайте, не стесняйтесь.